Незаконной продажей алкогольной продукции, оказывается, грешат и гипермаркеты. Это показал рейд общественной организации «Скорая молодежная помощь». Взрослые на вид, но еще не достигшие совершеннолетия подростки намерены узнать, уважают ли в этом гипермаркете букву закона. 14-летний Дима пришел в магазин за бутылкой красного. Продавцы и не против отоварить парня вином. Градус ситуации повысился, когда выяснилось, что это контрольная закупка. Подхожу на кассу, просто пробивают и все. Просто даю деньги, все спокойно. Паспорт не спросили? Не спрашивают, возраст тоже не спрашивают. 16-летней Жене продавцы тоже поверили на слово и продали алкогольный коктейль. Не спросили, сколько мне лет, не спросили паспорт, просто пробили и попросили деньги, сказали сумму. Общественная организация «Скорая молодежная помощь» – движение новое, но всего лишь за неделю активисты выявили в городе 3 точки, где продают алкоголь и табак несовершеннолетним. Мы вызывали полицию, правоохранительные органы и составляли протоколы и разбирались с этим делом. Конечно же, штраф будет продавцам. Не уйти от административной ответственности и продавцам гипермаркета. Вместе с активистами в ситуации пытался разобраться директор магазина. По его словам, все сотрудники ознакомлены с правилами продажи спиртного. Но тут почему-то решили поверить честному слову. На доверие поступило, что молодой человек, сказал, что... Шапку снял, я клянусь, я вот дайте какое-то удостоверение, какое-то другое заменяющее. У меня ничего у меня пока с собой нет. Но вы тогда должны были не продавать, да. Раз вы не уверены. Поверила человек. Второй доверчивый кассир от комментариев воздержался. Почему вы допустили такое нарушение, грубое? Продали алкогольные напитки несовершеннолетним лицам. Можете объяснить? Или вы не знаете регламента? После общественников в гипермаркет наведались еще одни нежелательные гости – полицейские. Протокол составлен, и за такое предпринимательство продавцы пополнят государственную казну. Ну а активисты обещают и дальше ловить за руку тех, кто пытается заработать на детском здоровье. Татьяна Дьяконова, Сергей Дьяконов, «Вести Орел».